Здравствуйте. 23 мая, 13 лунный день. В созвездии Бархасват, день со стихией ветра с элементом земли. День для священнослужителей. Благоприятен для обучения высшим знаниям, давать наставления, принятия учения, обеты, медитация, размышления о смысле жизни, печатание книг, удальную дорогу, сажать семена, определить место строительства. Благоприятен для всех влиятельных и конкретных дел. День благоприятен для людей, родившихся в год тигра, зайца, змеи и курицы. Неблагоприятен годам коровы, драконы и овцы. Ребенок, родившийся в этот день, будет нравственным, дисциплинированным, спокойным, материально достаточным, благосклонным, способным ко всем прикладным искусствам, обладающим способностью подавлять негатив. Стрижка волос к счастью. В Илгинском дацане Сатсихурал Таванхарюлга для устранения негативного влияния с глаза. Начало 9 часов утра. Этот месяц священный. Великий Будда Шакьямуни родился, достиг просветления, ушел паранирвану. Поэтому в честь уважения необходимо вести себя достойно, принять обеты бодхисаттвы, воздержаться от мяса, алкогольных напитков, половой распущенности и тому подобные слабости. Старайтесь контролировать тело, речь и ум. Больше проводите время размышления и медитации на основе текста Ламрим «Путеводитель жизни».